4 ноября, в День народного единства, химчане и гости округа смогут отдохнуть, развлечься и просто хорошо отметить праздник в парке имени Льва Толстого. В 14 часов там начнется развлекательная программа «Возьмемся за руки, друзья». Гостей парка ждет знакомство с культурой национальных диаспор химок и, прежде всего, с их кухней. Также выступят творческие коллективы округа и приглашенные артисты. Занять себя смогут и любители активного отдыха. Их ждет крутой квест «Городские легенды» и множество спортивных соревнований. Естественно, море призов и подарков. Погода хорошая, мы надеемся, что будет и солнышко, и хорошее настроение, и люди после 3 дней дома придут к нам на праздник, в наши парки. Мы ждем. Будет викторина на знание истории нашего государства. Ну и, естественно, это крепкая связь народов, которые проживают на территории. Будем говорить о толерантности, о любви друг к другу, о дружбе. Ну, так называемый хоровод дружбы. Это все равно это присутствует. И тематика мероприятия идет из названия этого праздника. Праздничное настроение будет царить все выходные. Так, с 1 по 3 ноября парк имени Льва Толстого приглашает самых маленьких химчан. Для них подготовили программы «Ура, каникулы» и горницы мастеров с участием ростовых кукол, играми, танцами, викторинами. Любителей искусства ждет прикладная роспись. Начало в 14 часов. Весело в эти дни будет и в других парках округа. 1, 2 и 4 ноября в них пройдут аналогичные мероприятия. В Дубках начало в 16 часов, в парке имени Величко в 12 часов.